В Доме культуры станицы Азовская прошел отчетно-выборный сбор. В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности атамана Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего войска Василий Полухин, заместитель атамана Кубанского казачьего войска Александр Кравцов, глава Северского района Адам Джарим, его заместители, главы поселений, духовенства и казачества. На повестке дня к рассмотрению представили несколько вопросов. Один из главных – выборы атамана Северского районного казачьего общества. Вы уже своим жизненным принципом доказали, что казачество – это самое определяющее такое вот направление в жизни нашей Кубани. Много было моментов, когда вы были впереди на передовой и доказывали всем, что казаки достойно оберегают свои семьи прежде всего, достойно воспитывают молодежь подрастающую, прививают свои обычаи и традиции и направляют людей, как нужно жить и вести себя. Поэтому я уверен, что сегодня каждый сделает осознанный выбор на благо развития нашего района и в целом казачества на Кубани. Атаманы хуторских казачьих обществ поддержали кандидатуру главы Азовского сельского поселения Алексея Подобного. Ранее он уже два раза возглавлял районное общество. Работая с Северским районом в разных должностях по крупному счету с 2012 года, я, наверное, с полной ответственностью готов сказать, что это один из немногих муниципальных образований Краснодарского края, где вот видно, четко видно единение власти, единение народа, единение казачества. И сегодня на сборе это еще раз об этом говорит. В результате голосования единогласным решением районным атаманом был избран Алексей Подобный. После старинного обряда посвящения в атаманы к новоиспеченному руководителю Северского казачества обратился глава района Адам Джарим. Великое счастье, когда тебе доверяет народ, свой народ. Православный народ, который тебя родил, воспитал, и ты показал свою работу, будучи главой поселения, долгие годы. Поэтому я хочу тебе пожелать здоровья крепкого, чтобы Господь был всегда с тобой, в душе и в теле. А самое главное, не забывай сегодняшний день, когда братья-казаки поднялись за тебя 100% в надежде, что ты завтра этот флаг казачий понесешь в каждую семью. Будешь настоящим отцом, казаком, атаманом. И верой, и правдой будешь служить этому прекрасному православному народу. Возглавлять Северское районное казачье общество Алексей Подобный будет 5 лет.